Привет, ребята, Аманда Латона здесь. Пришло время тренироваться. Что у нас сегодня? Сегодня у нас одно из моих любимых занятий – это плеометрика. Я люблю плеометрику, я покажу вам несколько упражнений сегодня. Причина, почему они мне нравятся, это потому, что они тренируют нижнюю часть тела. Обычно я делаю плеометрику на второй тренировочный день. Вот что я говорю всем. Если хотите накачать свои ягодичные мышцы, то девушки должны это делать дважды. Мальчики могут сделать это один раз. Девочки, которые постоянно спрашивают меня, как качественно потренировать ноги, поджарить их, должны делать это два раза в день, это очень эффективно. Причина, почему я люблю плеометрику. Обычно я делаю на второй день тренировок для ног. Сначала у меня день тренировок ног с тяжелыми весами, на следующий день плеометрика. С прыжками я использую вес, но вы можете это делать без веса. Это очень взрывные упражнения для формирования мышц, мышечной выносливости, для подтягивания проблемных зон. Это действительно то, что я использую, чтобы добиться более высоких результатов. Я делаю три подхода, потому что это достаточно сложно. Три подхода для меня достаточно. И я стараюсь делать чуть больше повторений, от 15 до 20, иногда до 25. Это замечательно для всей фигуры. Это отличный жиросжигатель. Упражнение поднимает вашу температуру, сжигает калории. Вы можете прийти в зал на плеометрику и на 45 минут и сделать очень много упражнений. Конечно, если вы готовы потрясти своей попой. Поехали! Итак, небольшой комплекс для начинающих. Один круг плеометрики. Прыжки с выпадами 8 повторений. Прыжки из положения полуприседа на скамейку 8 повторений. Приседания с выпрыгиванием 8 повторений. Повторяем 3 круга этих упражнений.